Crew will provide any necessary assistance. Thank you. В общем, всем привет. Я прилетела в Иркутск на презентацию проекта. А, папа, не разгоняйся, так я же не могу видео записать. Ну, тебе для кино нужно красиво поехать. Короче, я прилетела в Иркутск на презентацию проекта «Матрешка», и сегодня эта презентация, как вы поняли, состоится. Буду держать вас в курсе, может быть, что-то интересное произойдет. Вообще, это все правда интересно, по сути же, проект взаимопомощи, как люди на него отреагируют, как они воспримут его. Сама стадия формирования аудитории, она всегда очень интересна. Пап, ты что об этом думаешь? Я думаю, что играй в матрешку, богатей понемножку. Че сидишь ты тут? Сходи давай. Папа, у тебя шикарные тапки. Это крутые тапки. Да? Привет, а че тут запустили машину? Техника. Привет, Оля. Привет, дай привет. Свой комментарий по поводу матрешки. Что ты думаешь? Я еще даже накраситься не успела. Я ничего не думаю сегодня. Как стол вам удобнее? Стол поменять не стали. Куда его? Сюда стол поставили. Сюда стол поставили. У нас поближе туда. Да. И чем нас нынче будут поить? Российским полусладким. Да? Мог бы поприличнее одеться, между прочим. Да, сейчас мы потратили все деньги на то, чтобы стартануть. Поэтому у меня... рваные штаны, но потом я приду в костюме, во фраке. Я нашла молодого красивого мальчика. Здравствуйте. Приветики. Вам сколько лет? Мне много. Вам 23? 26. Ну, на 17 выглядит. Спасибо. Ну и морщины все портят, 100%. А вы богатый? Я рад. Богатый рады. Ну, то есть вы пришли сюда заработать? Вообще да. Значит, мы в гости пришел. Ребят, будущий миллионер, ловите. Да, ловите, пока он здесь. Кристин, не упусти свой шанс. Но она уже не упустила. Я, ладно, я не буду вам мешать, удаляюсь. Да. Первая миссия. Забирай. Это еще раз людям напомнить, что есть закон кармы. В общем, вам вернется многократно. В нашем случае это примерно в 100 раз. Что вы потратите 200 тысяч рублей? На Мальдивы. Путешествие в Иран. Что, подожди, что произошло? Это оса. Это твоя любимая, Катя, подружка. Это оса, приносящая счастье и все такое. Это такой вот ритуал. Выпиваешь, да, и тогда собираешь матрешку. Вторая миссия – это про биткоин. Здесь есть несколько криптоанархистов. Вот. И они меня поймут. Да, нет, снимай, все снимай. Давай. Танцуй. Посвящение в матрешку. Дело в том, что биткоин – это разговор не о богатстве. Это речь о свободе. Если вы сегодня придете в Сбербанк, и вам нужно будет снять, допустим, 1 000 000 рублей, вам придется писать, куда вы хотите их потратить. Вот это разговор о несвободе. А биткоин – это свобода. 50 тысяч рублей. А на грудь. На какую? Какого размера? На грудь. Ты тоже хочешь грудь? На Настину грудь. Да, это на мою грудь. Мне резонит. Подожди, какой размер ты хочешь? Я 4. А у тебя какой? Я уже в шоке. 2, 2.5. Спасибо. Папа, ты какой хочешь? Я хочу на грудь. Для девушки, для девушки. Сегодня, по данным Google, примерно 50 миллионов биткоин-кошельков. И при этом около 5 миллиардов пользователей интернет. Это надо поправить. После того, как наша игра пройдет по миру, должно быть миллиард биткоин-кошельков, да. Древнего. А вы тут что снимаете? Наша игра... С микрофоном, с таким пушистым. Пощекоти меня.
Чем мне в рот суешь метелку? Убери мне метелку. У меня мохнатая метелка просто. Я могу сувать ее в рот. Ну себе засунь на камеру, давай. Я тебя не могу снять, подожди, я тебя тоже снимаю. Да что это во влоге, давай. Давай у нас влог во влоге. Давай. Давай, смотри, ты будешь, вот твой оператор будет снимать нас во влоге. Это мне где покажут потом? Она криптостолица всего лишь. Это где? Это криптостолица, это на ютубе криптостолица такая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кстати. А как тебя зовут? Я самый популярный блогер города Иркутска, если ты не знала. Ну я из Москвы, я не знала. Люди уже не будут спрашивать, сколько это стоит в долларах, все будут спрашивать, сколько это в биткоинах. Правильно я говорю, да, Костя? Правильно. Вот наша задача, чтобы люди просто познакомились с биткоин, открыли биткоин кошельки и решили для себя, нужно это им или нет. Говорят, что вы криптоведьма. Да. А почему крипто? Ну я просто ведьма, ну и крипто тоже. А крипто это вот, вы как-то гадаете на крипте? Не, я на крипте не гадаю. А зачем? Что, крипту принимаете? Принимаю. В оплату? Да. Ну, вообще мне нравится криптосообщество. Люди очень креативные. Потом, это же валюта будущего. Ну да. Поэтому я как бы это, всегда на гребне. А вы предвидите, что она валюта будущего, да? Так я знаю. Абсолютно точно знаю, что это валюта будущего, причем я совершенно четко знаю, что к концу года будет этот, наверное, может быть, даже 28-30. И вы уже свои матрешку установили? Конечно, ну у меня уже тут подписываются люди, нормально все хорошо. Пусть только попробуют не подписаться. Спасибо. Как не смешно, но игра пошла наша из СССР. После зарплаты все скидываются, допустим, по рублю. А раньше люди жили от зарплаты до зарплаты и отдавали Михаилу, например, сантехнику. А в следующий месяц отдавали бухгалтеру, например. Ну и так далее. Всем получалась какая-то круглая сумма, на которую они могли что-то купить себе, потому что это было раньше сложно. Обязательно учитывая условия конкурса, это переодевание у мужчины в майке. Она постирана? Да, сняли с бармена. Счастливый обладатель. Да. А теперь мы представляем, что в этом предприятии идет постоянный набор сотрудников. И вы, скинувшись по рублю, можете получить уже не ту сумму, как раньше бы планировалось, а гораздо большую. То есть наша игра построена на принципе экспансии. При расширении каждый получает примерно в 100 раз больше, чем вкладывает. А вложение в нашу игру составляет примерно 2-3 тысячи рублей. Это зависит от курса биткоин, потому что игра идет в биткоинах. Приятного аппетита! Да, расскажи, какую песню ты сейчас будешь петь? Я тоже не надо. Да, это отличная песня. Приятных денег нет будущего. Будущее как раз за криптовалютами. Всем спасибо. Вы можете зайти в игру по ссылке, которую вам пришлет человек, который играл до вас, который уже в теме. Я Маугли, вырос в городе джунглей, тот человек, который делает бомбы в ваших головах, Децл внутри, таких как я миллионы, я не один. Первый капитал в школе сколотил, за свои ошибки сам всегда платил, я заболел от граффити на стенах, баллоны воровал, бомбил где хотел, смотрел на мир, всегда... Подожди, я хочу вокал. Нужен какой-то вокал. Сразу видно, да, когда два блогера встретились, и такой себе диалог происходит. За 10 дней вам нужно пригласить 5 друзей как минимум. Научить их пользоваться кошельком, научить играть. В каком году появился биткоин? В 2006. В 2009. Да ладно, вы чего? В 94. Это мне в 4 года было, биткоина еще не было. В 9-м. Неправда. 11. Юрий же сказал в 9-м. В каком? 14-м. Неправильно. Первая транзакция когда произошла? В каком году Сатоши Накамото придумал биткоин? 2008. Да!
Нечестно! В 2008 году мне никто не подсказывал, некому. Ну, Настя, вам не будет переодевать, она уже так одета. Я ей дарю наклеечку. О, спасибо большое. Выйдите сюда, пожалуйста, люди в майках. Все в майках. Это наши консультанты. Вот чё. Нет, вот, вы можете взять себе, те, кто хочет вступить в игру, понравившегося человека в майке, это консультанты, которые помогут вам, которые помогут двигаться дальше по игре. Все, спасибо. Юра, ты забыл отправить мне ссылку, по которой... Давай я тебе отправлю. Катя, посмотри. Нет, нет, тут суть видишь в чем. Ты же у нас прародитель, мы же тебе будем скидываться на новые джинсы. Джинсы, да, нужны. Надо новые джинсы. В общем, матрешка, кажется, закончилась. Началась. Ой, в смысле, день закончился, а матрешка еще только началась. Вообще, на самом деле, день был очень такой, как сказать, эффективный, большой. И я даже не заметила, как он закончился. Не все снимали, конечно. Пап, скажи свои эмоции от матрешки. Не бери его, пожалуйста. Не трогай. Матрешка, это круто. Ну, она стартанула, люди подписываются. Сколько ты заработал за первый день? Скажи, сколько тебе человек отправило уже? 44. 44 человека? Да, человека. По 0.003 битка? Да, да. Блин, класс. Ребят, короче, я рефералку свою личную оставлю, чтобы мне досталось, а не папе. Ага. Да, вот. Ну и если вам интересно, выступайте. Ну, в общем, я считаю, что это круто. Матрешка. Да, вот за один день, ну, топово прям. Ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте уведомления о новых видосиках. И это была наша трэш-версия влога про первый день запуска криптоигры «Матрешка». Пока! Bye!